землю, блядь, принесли сюда огромную беду. Вы сами выбрали себе царя, блядь, который вас ведет нахуй. И посылает вот таких, как и ты. Ты кто вообще? Понимаешь, кто ты, блядь, по посаде? Майор. Да, ты по посаде. Замкомбата за сброение. За сброение? Зампотех, блядь. Яка часть? Говори. Часть, говори, блядь, яка она. Говори, будешь жить. По нормально. Какие войска? Лишний день. Телефон. Бля, Струкова, блядь. Это Струкова, блядь. Струкова, подразделение. Номер, часть. Свои, говорит, блядь. Ну, я у него пароль добыл. Военная часть какая? Номер? Я пароль не знаю. Если спрашиваете, у меня пароль, я не знаю. На счете пароль. Потому что я отстал. Так как ты не знаешь, что я отстал от своего подразделения. Если ему ухо. Отдай машину. Ты убил кого-то, когда машину забрал? Нет. Я чья это машина? Давай там ухо. Ты. Машина стояла, я пришел. Что, с ключами стояла? С пыльной машины. Нашу машину подбили. Какую? Вот мы ехали в подразделение. Вот недавно въебал. Вчера? Вот КамАЗ, вот вечером. КамАЗ начал разрываться, вот эту машину бросили. Я на ней приехал, потому что я отстал от своего подразделения. Куда ехали мои, я не знаю. А что сюда прорывался? Я не прорывался. Я просто ехал прямо. Я никуда не прорывался. А, то есть ты думал, что тебя свои взяли? Карманы проверим. Я не знаю, куда я. Я просто ехал. Я просто ехал. Где твоя оружие? У меня нету гранат. У меня автомат. Без боеприпасов. Номер автомата. В машине лежит автомат. Без боеприпасов. Откуда родом? Вот, Москва, наверное. Машина там за танком стоит. Откуда родом? Не-не-не-не, вот там дальний танк. Рассказывай. Найдите веревка, наручники, блядь. Кому ты есть? У меня нет ничего. Жвачки. Жвачка, там сигареты. Больше ничего у меня нет. У меня нет ни боеприпасов, ни гранат. Ничего нет. Откуда родом? Родом откуда? Пытайте, откуда ты родом, блядь? Отстатый, блядь. Майор, откуда родом, блядь? Шеврон зеленый. Там забрать эти шевроны, похуй. Да не снимай их, нахуй. Дай мне погончик нерви, один нерви, на память. Нерви. Я нерву, я красивый, блядь. Я карманы держусь. Не, погоны на кителе оставьте. Где твои документы? Нет документов. А как ты без документов? Нет документов. Нет. Семья есть? Семья есть, конечно. Да, ты здоров. Оу!